На Северном флоте сегодня утром успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Синева». Она стартовала с борта атомного подводного крейсера «Тула» в Баренцевом море и в назначенное время поразила цель на полигоне «Кура» на Камчатке. Европейские специалисты называют «Синеву» шедевром морского ракетостроения. Ракету можно запустить из любой точки океана, в том числе из-под арктического льда. Оружия, способного сбить ее, на сегодняшний день не существует. И сегодня же профессиональный праздник отмечают ракетные войска стратегического назначения. Решение об их создании было принято в этот день 48 лет назад. РВСН – основа стратегических ядерных сил России. Ракетные комплексы, стоящие у них на вооружении, способны преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.